И всем привет, с вами я, Леонид, и мы сегодня продолжаем играть в игру Starland Flash 2. И мы сейчас сражаемся против бандитов, пустынных и грабителей. И противник нас неплохо так превосходит. Численность в самом начале было 55 на 42. И мы им проигрывали в численности. Но на данный момент, как вы можете наблюдать, мы более-менее имеем баланс. Но есть маленькая проблема. То, что противник имеет армию чисто кавалерии. Ну, там 4 только бойца из грабителей, скорее всего, пехотинцы. А так в основном это опытные всадники. А вот у меня большая часть воинов как раз пехота. Ну, либо меньшая часть. Особо не смотрел, сколько у меня пехоты, сколько кавалерии. Но сама суть того, что у меня имеется пехота. И я проигрываю противнику в кавалерии. И тут как-то компьютер еще и ломает постоянно. Ну ладно. Ну вот, 15 на 11 мы пока выигрываем. Неплохо. Я еще попадаю довольно часто. Это тоже радует. Но, судя по всему, попадания уже закончились. Ну да, поскольку я не попадаю никак в этого противника. Несмотря на то, что дистанция маленькая, да и он почти не двигался. Ну, тот у нас поближе противник один. Пытается нашего пехотинца убить. Все, победа. 12 воинов у нас осталось. Довольно много мы потеряли. Ну, что делать? 29 воинов мы потеряли. Противник всех бойцов потерял. Это довольно хорошо. Получаем большое количество вещей. И давайте начнем сначала с опытных, а потом... Ну да. Особенно вот так вот, такое большое расстояние между нами и Каиром, то что мы всех пленных взять не можем. Конечно. Поэтому только четверых взять смогли. Угу. Так. Значит, я начинаю продавать вот это за 30 тысяч. То, что покупается. Потом за 12. Шлем. Уже 6 вещей. 7-я вещь пошла. Вот еще 8-я. 9-я. И последняя 10-я. Вот он. Ну и все. Теперь нанимаем бойцов. Более-менее опытных. Блин, даже не знаю. Вот элитных копейщиков можно. А вот других, ну, не знаю. Вот уважение у меня, боевой дух поднялось. Итак, деревня, 16 бойцов. 4 опытных копейщика, неплохо. Значит, 12 стрелков, из них 3 обычных, 6 опытных и 3 обученных. Элитных нет. Замечательно, идем, значит, захватывать деревню. Ее захватываем и идем в какой-нибудь ближайший город, скорее всего, в Иерусалим, и будем делать экономику. Мне просто нужно поднять количество денег. И закупиться. Да, надо еще закупиться некоторыми вещами для возведения своей бизнес-стратегии для получения денег. Я сделаю собственный бизнес, куплю собственную землю, и там будет то, что я захочу делать. Хотя как то, что я захочу делать? У меня не получится, там только определенный
Блин, я очень много в себя стрел уже взял себе. То, что я от натиска этого не выдержал и погиб. А самое главное, заметь, только одного бойца противнику мы убили. И все. А у нас стрелков мало, поэтому. Там их где-то 6 стрелков. Вот 3. Ну, 6, 5 было где-то. Маловато. Очень маловато. Поэтому вот такой плохой результат. Вот тут точно двое. Ну и все, судя по всему. Два стрелка было. А их же было четверо. Почему тут... А, скорее всего, он там на стене. Да. Вот тут на стене один сидит. Копеечек. Ну, неплохо. Ай-яй-яй. Моих воинов стреляют. Какая жалость. Все, прекратили стрелять. И пошли мои воины убивать врага. Очень сильно везет то, что они через вот этот мост не пытаются стрелять бойцов. Все, давайте с толпой навалились на этих троих и задавили их, чтобы еще никого не потеряли вы. Это очень важно. Я не хочу еще покупать бойцов. Да слейте этого последнего стрелка. Пока вы не погибли сами. Ну вот, один уже погиб там. Классно. Замечательно. Последние два опытных. И все. И на этом все. Ну. Давай, быстрее погибай. Я вот даже не знаю, что лучше все-таки. Купить готовую землю или самому сделать. Просто готовую землю, если покупать, значит, у тебя доход денег будет. Если самому делать, то я знаю точно, еду можно будет получать. А ее можно продавать, а можно не продавать. Но если продавать, то стоит бегать в различные места, в различные поселения, где имеется рынок, и там пытаться продавать. И смотреть, где почем продается. В таком случае. Ну, либо самому это брать, использовать. Так, качаем воинов. Да элитных. Побольше бы элитных. Давай обученный коп... Блин. Я обученных копеечков сделал. А мне всадники нужны, а не копеечки обученные. Ладно. Так, информация, усталость довольно большая, а вот запасы еды у нас имеются. Мы пока посидим в этой деревне. Усталость у нас спадет, и мы продолжим движение. Так, я пошел на на выполнение заданий, но очень странно. А, защите. Я думал в атаке. Ну, раз в защите, можно пойти принять участие. Хотя, я бы так и так пошел, принял участие. Ну да, не хватает мест, поэтому ты мне об этом опять пишешь. Я знаю. Мне вот интересно, кто собирается на наше поселение напасть на... А, ну да. Угу. Не успел еще пробежать, все, провал. Прям капельку осталось. Да. Ну ладно, продаем. Копья задорого. После еще что-нибудь продавать будем, помимо копий. Но щиты можно теперь. Да, и все по мелочи. А здесь добровольцев нет, к
сожалению. Вот смотрите, можно купить землю за просто самое дешевое 25 тысяч. Но 1200, ну я понимаю то, что это спустя время доход все-таки будет, и в плюс я выйду. И париться с этим не надо. Как бы 1200, либо свинарник. Ну вот 1900 я буду получать и больше затрат. Это понятно, что можно сделать и вполне неплохо. Но можно самому создать производство. Три вида производства. Ну тут, правда, аренда. Но с этой аренды можно получать неплохо так. С этого производства, поскольку у тебя довольно большое производство еды идет. Ну, правда, нужно постоянно туда еду отправлять, поскольку она имеет свойство заканчиваться, и нужно кормить животных. Это я уже по опыту говорю. Я делал. Хотя, ладно, я куплю землю, свинарник, поскольку не хочу пока заморачиваться. Чуть позже я могу это сделать. И мы будем как раз-таки заниматься, наверное, свинарником тоже. И теперь мне бы найти места, где есть арена. Но только, скорее всего, я не найду их, поскольку это тяжело. Так, два опытных мечника. И пять опытных стрелков. Ну, четыре обученных, один опытный, потом мечники с лучниками. Ну, я думаю, весело будет. Довольно весело. Мы происходим, ну, почти в 2,5 раза врага. А это неплохо. Так, стрельба уже готова у нас, поскольку дистанция арбалета позволяет. А раз позволяет, значит надо пользоваться и стреляем. Правда, что-то не попадали до этого. Ну ладно, уже попадания пошли. Ну, не идеальные, конечно, попадания, но более-менее. Это главное. И уже троих нет противников. Ой-ой-ой-ой. У меня еще и ХП почти закончилось. Ну ладно, у меня ХП закончилось. Лучник. Ну блин. Я надеялся пройти это сражение без потерь. А лучник решил суициднуться. Ну, блин, тут долго будут ломать ворота, поскольку какая площадь используется, да, не маленькая, только, ну, бойца так 2-3 можно еще влево поставить, чтобы они ломали ворот. Может быть, они протолкают друг друга, и еще добавятся люди, которые будут ломать. Но я чё-то не уверен в этом. Ну ладно, я оставлю паузу и вернусь уже к окончанию боя. Да, что-то они долго его бьют. Наконец-то затыкали. Ну, не очень хорошо. Потери есть. И потери не маленькие, хотя могли избежать этих потерь. Ну, рекрут и лучник погиб. Это, ну, не настолько серьезная потеря для нас. Ну ладно. Покупаем шестерых рекрутов. Сидим в деревне, ждем, качаемся, ловим грабителей, которые здесь проходят. Пускаем их. И все. Да. Копейщик, ты у нас конным копейщиком будешь, и обычно копейщики опытными становятся. Вы опытными конными. И получается все. Ну что, кто-то сюда пойдет или нет?
Если пойдет кто-то, покажись. Кто? Но, судя по всему, никто не собирается идти. О, схватка. Генерал из нашей фракции против пустынных бандитов. Один потерянный воин. Классно. Замечательно. Ну ладно. Грабитель тут. Тоже неплохо. Победа без потери. Это так и должно было быть. Так, плывем к поселению, которое здесь снизу находится. В Каир. Продаем вещи некоторые. Понятно, военный поход. Продаем вещи и идем на этот военный поход. Принимать участие в нем. Но только надо освободить место. Все. Продали вещи. А, пленный, точно, я забыл. У нас пленный есть. А можем даже еще и бойцов нанять. Если, конечно, они имеются. И нам куда? Какую нам часть? Ох, как далеко нам. Да. Нехорошо. Ладно, я буду на этом заканчивать это видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи. Всем пока.